Для того, чтобы насладиться грандиозностью строек, совершенно не обязательно, друзья мои, быть в Москве. А можно заехать, например, в этот славный городок Болонью, где здесь, на Пьяцца Маджена, находится плод грандиозности человеческих замыслов, которые, ну, к сожалению, не осуществились. Базилика ди Сан Петронио, главный собор города Болоньи, задумывался как самый большой католический собор в мире. Хотя сейчас он пятый. Перед ним Нотр-Дам-де-Пари, Святого Петра в Ватикане, Павла, соответственно, в Лондоне, ну и Миланский собор. Задумали болонезцы построить этот самый большой собор. Начали, как сейчас помню, в 1390 году. Об этом сразу же узнал Папа Римский, ну и, изумившись, просто взял да и запретил эту стройку. В этой связи собор строился долго, 300 лет, и, как известно, ни один папа 300 лет не проживет. Поэтому все-таки что-то удалось построить. Вот весь этот неоправданный размах, вот эта безумная роскошь потрясли воображение Мартина Лютера, который в ответ на это высказался с резкой критикой в адрес католической церкви. Что-то мне это все напоминает до боли. Я не в смысле Мартина Лютера. Но не будем о нашем. У меня за спиной главный портал собора, Порта Магна, украшенный работой сиенского мастера, гениального скульптора Якопа де ля Крерча, Мадонна с младенцем в руках. А выше него мы видим, как не хватило мрамора на фасад, и он так и остался кирпичным. Собор простирается на 132 метра в длину, 60 в ширину, 45 высота внутри, 51 снаружи. Главное, что собор этот является таким поводом для духовного единения жителей города, которые, как известно, соперничали всегда с жителями Флоренции, что неподалеку. А у тех там Санта-Мария-дель-Фьоре, собор тоже, но поменьше. И тут жители Болоньи с такой законной гордостью могут смело сказать: а наш-то побольше будет, ребята-флорентийцы, и окажутся правы. Короче говоря, самой большой церковью в мире церковь Святого Петрония не стала. Зато вошла в историю как самый, я бы сказала, знаменитый долгострой. Ибо 300 лет между 14 и 17 веками длилась эта стройка в стиле поздней готики. Ну и самый высокий собор в мире, что тоже не последнее дело. Вот так вот, приезжайте к нам в Болонью. Смотрите все собственными.